Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Шумбрат Рав» и я, ее ведущая, Татьяна Родионова. Наша программа посвящена мордовской культуре. Создается она силами Ульяновской мордовской национально-культурной автономии. Главная цель нашей организации, конечно же, поддержание и сохранение мордовской культуры в регионе, а также объединение и сплочение представителей мордовского народа. А как вы думаете, что сплачивает людей? Конечно, песня. И сегодня у нас в гостях народный коллектив, ансамбль мордовской песни «Эрзенькой». Руководитель Александр Николаевич Чурбанов. Здравствуйте, дорогие друзья! Шумбрачи! Мне особенно приятно представлять этот коллектив, так как я являюсь участницей этого коллектива. И мы начнем с песни. А дядо ялга, то иметь вирегая кому, вирегая поляна в тетень курному, вирегая поляна в тетень курному. Спасибо. Александр Николаевич, расскажите об истории создания коллектива. Кто инициатор? Какие песни вы поете? Откуда берете народные песни? Ну, коллектив был создан в следующем году, ему будет уже 20 лет. Это был 2003 год. Она и сейчас есть такая замечательная женщина, Наталья Ивановна, которая преподавала уроки музыки в Сурском районе, село Хмелевка. И там были замечательные ребята, ему тогда были, им было всего там 15 лет, 14. Учились в школе, занимались у нее и музыкой, и пели мордовские песни. Потом выросли, поехали, поступили в институты, закончили высшее образование, получили и остались в Ульяновске работать. Кто-то на механическом заводе, кто-то на УАЗе. И когда Наталья Ивановна приехала тоже в Ульяновск, по семейным связям переехала сюда жить, она решила собрать этих когда-то бывших молодых людей. Сейчас они уже повзрослели, появились свои дети. И вот в 2003 году создался коллектив из нескольких семей, где наряду со взрослыми также участвовали и их дети, и также пели замечательные песни на мордовском языке, на эрзянском мы попели, на макшанском. Вот. Это был первый состав коллектива. Прошло 20 лет, кто-то уже не поет с нами. Люди приходят новые. Песни. Мы стараемся брать те, которые поют в селах народ, которые еще помнят. Я езжу с диктофоном, записываю эти песни, потом учу, перекладываю на ноты,
текст люди знающие проверяют, и мы оставляем это у себя в репертуаре. Также есть хороший композитор Виктор Филиппович Овчинников, да. Он пишет хорошие мордовские песни, вот одну сегодня мы тоже его песню исполним. Также много в Саранске выпускаются сборников, где собран большой объем фольклора, много песен разных районов Мордовии. У меня прям несколько книг есть дома, я иногда смотрю там, выбираю хорошие песни. И где-то, пусть не чисто фольклорно, мы в современном немножко плане поем, обрабатываем их, и также народ слушает и очень хорошо воспринимает. Ну, в плане репертуара, я думаю, что сейчас очень помогает также интернет. Много видео хорошего, если туда обратиться к культуре Мордвы. И можно найти много. И Келу ансамбль, и у Марина тоже большой репертуар. Мы тоже смотрим, слушаем, что-то берем оттуда. Вот так вот и живем. Спасибо. Я знаю, что есть еще и авторская песня у вас, не только народные, то и авторские. Вы сами пишете песни? Ну да, я в основном на русском. У меня есть музыка, и казачья музыка, и русский текст. И также есть одна песня, где музыка моя, композитор слева, Елена Угарина. Она писала замечательную песню «Авай» про маму, такой трогательный текст. Текст очень интересный. Ну, она вдохновила меня, и я музыку написал, красивая музыка. Я думаю, скоро вы ее услышите на концертах, мы ее записали, и фонограмму хорошую сделали. Так что в нашем репертуаре скоро появится очень прекрасная песня. Овчинникова Виктора Филипповича «Сюк-сюк». Шумбрачи, сюк-сюк, голова, як от мінель Киева, то не шумбрачи, мої шумбрачи. Маті, де словатне, є місце удить, каш моліти скатне, кудотнень вам стыть. Сюк-сюк, голова, як от мінель Киева, то не шумбрачи, мої шумбрачи. Сюк-сюк, голова, як от мінель Киева, то не сумбрачи, мо не сумбрачи. А сейчас я хочу предложить Елене Николаевне Угариной приветствие, высказать приветствие на чисто мордовском языке. Лена, тон куртан и взякс? Куртан, куртан. Пожалуйста. Мурадо
и куртадо тирентельсе. И кадык мокшо мородне, гайгесь гайить, эльва ошсо, эльва велеса, минек мастер лангсо. Александр Николаевич, расскажите, пожалуйста, насколько востребована ваша концертная деятельность и бывают ли у вас поездки? Да, периодически мы выезжаем в районы нашей области. Сейчас очень широко проводится праздник «Шумбрат». В каждом районе и города, и области этот праздник проводится каждую неделю, начиная летом, как начинается, первый городской праздник в конце мая. И так, наверное, до августа месяца мы выезжаем в села. Нас там всегда рады видеть. Мы поем обычно программку минут на 30, на 40. Интересно. Сейчас, кроме этого, в городских, областных мероприятиях также участвуем в фестивалях, которые проводятся. И в Ульяновской области также Республика Татарстан. Мы ездим в Тетюшский район каждый год. А остальные праздники, я имею в виду тематические, такие как 23-е, 8-е, Новый год, мы всегда на площади, нас видно, мы и поем, и танцуем, и пляшем, и зажигаем, и народ веселим. Вы всегда востребованы. Да. Хотелось бы задать, конечно, еще и традиционный вопрос. Поделитесь вашими творческими планами. Ну, сейчас мы активно работаем с редакцией газеты «Елгад», с редактором Татьяной. Она предложила нам съездить в начале ноября. Фестиваль будет проводиться в Саранске, народных коллективов. И мы готовим такую интересную песню. Даже нам интересно, не только народу. Это «Кукушка», которую пела Гагарина, только на мордовском языке. Говорят, что сейчас это все как раз в тему, злободневно. Будем петь одну народную песню медленную, и вот «Кукушку». И, наверное, постараемся, чтобы наша авторская песня, Еленина песня про Авой, тоже прозвучала в Саранске. Думаю, тема про мать, она всегда слушается хорошо и актуально будет там звучать. Это будет наша первая песня. Александр Николаевич, скажите, пожалуйста, кто сшил такие прекрасные костюмы? Это есть замечательный человек Владимир Анатольевич Сафонов, который возглавляет Мордовскую национальную культурную областную автономию. И когда он нас увидел в старых костюмах, были разноплановые все, сказал, надо обязательно такой яркий, самобытный коллектив одеть в хорошие мордовские, чистые, чисто мордовские костюмы. Заказали в Саранске, он сам этим вопросом занимался. Большая благодарность ему за то, что каждый мерки снимали, каждый костюм свой индивидуальный, не общие размеры, а каждый под каждого шился определенный костюм. И мы думаем, для него мы исполним самую любимую песню его. «Эх, мордовочка моя, нет прекраснее тебя». Мормушка, ну летява, валдучи пайменесы, дети терят лемензы, а что во все лицы. Мазырь, дети терять, мишнуицы, лисами, мазырь, дети терять, лисами на том саи. Мазырь, дети терять, мишнуицы, лисами, мазырь, дети терять, лисами на том саи. Мой мартом тон, ладрема за тетерне, чара кажет прелимон, зярдоня с очами нет. Мазыр за тетерес, мистури, сиди стали, мазыр за тетерес, весами на тон саи. Мазыр за тетерес, мистури, сиди стали, мазыр за тетерес, весами на тон саи. Я по городу иду, солнце улыбается, я мордовочку люблю, первую красавицу. Эх, мордовочка моя, брови черные дугой, эх, мордовочка моя, очарован я тобой. Эх, мордовочка моя, брови черные дугой, эх, мордовочка моя, очарован я тобой.
Моя брови черные дугой, эх, мордочка моя, очарован я тобой. Ну что ж, дорогие коллеги, я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за доставленное удовольствие, за красоту, за песни. До свидания. До свидания. А мы сегодня прощаемся с вами. И я напоминаю, что наша программа выходит на канале Улправда ТВ по пятницам. На сайте Улправда.ру можно ее посмотреть всегда в записи. До свидания. Вас то мазанок.